зовут Мира, и я пришла сюда, чтобы рассказать другим людям, что такое виватон, почему его надо использовать, и это очень-очень хорошо. Когда я сюда узнала о виватоне, я была в депрессии, я не была довольна своим лицом, все было не так, и имела проблемы с здоровьем, желудком. Я стала читать книги, увлеклась этим виватоном, это очень хорошо. Это хорошо не только внешне, на коже, на лице, но это внутренне очищается, органы все очень хорошо, и чай виватон, и маски, все, все продукты виватона я все использовала, прочитала много книг и вам, и считаю, что это очень хорошо. Я сама чувствую, что люди на меня смотрят, что у меня настроение стало лучше, у меня все стало получаться на работе хорошо. Смотрю, люди мне улыбаются, я улыбаюсь людям. То есть от депрессии вообще не осталось и следа. Ну, конечно, использовать виватон, не слушать там всякие, очень много сейчас всяких продукции, но виватон очень замечательный. Он и доступен всем, он недорогой и очень удобный в использовании, очень замечательно. Я вообще люблю массажи. Массаж это меня расслабляет, и как будто ты летаешь на небесах во время массажа. Потом очень хорошо в домашних условиях использовать маски. Это маска из водорослей очень хорошо. Желе. Утром встал, намазал желе, пошел, принял душ. Ты чувствуешь себя другим человеком.